Добрый вечер, товарищи! Добрый вечер, товарищи! Кто тут разгулялся у нас? Они не хотят сидеть в своей перегородке, они там спят. А потом говорят, выпустите меня немедленно. Нас всех. Вот такие вот они. Пойдем посмотрим, где у нас тут Питер Паркер сам по себе гуляет. Так, а где остальные все? Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Детки, 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 конфетки. Детки, детки. Космос, что ты творишь? Питер Паркер, добрый вечер. Так, а ну не прыгать с кровати на детей. Жасмин, осторожно. Угу. Расставите их. Кто тут гуляет? Кто здесь грызет погрызушку? Вот такая у нас свобода. Вот так свободно у нас растут детки. Самостоятельно заходят и выходят. И прекрасно себя чувствуют. Вот тут вот, а ну, вот это лаванда мучает Миласика. Не мучает, а играет. И вот такая вот игра у детей. Одна женщина мне написала, что собаки дерутся, и срочно нужно их разделять, убирать вот этих, которые более активные. Так вот, это большие глупости. Собаки так развиваются, играют, рычат. У них нет рук, как у нас у людей, это хищники. И они все делают зубками. Рычат, играют. Да, конечно, нужно смотреть, когда большие, постарше обижают маленьких. Они очень больно кусаются. Но разделять в одинаковом возрасте щенков не нужно. Это обычная игра. Я как-то немного могу определить, где игра, а где драка. Уж поверьте, я в обиду щенков не дам. Вот, например, она у нас маленькая, да, Наоми. А ее звали Мэри Джей. Но она прекрасно дает сдачи. У них весовая категория разная, но все же они справляются. Ничего такого здесь опасного, страшного нет. Маленькие еще бывают типа активнее крупных. Хотя они у нас все активные. Просто кто-то уже спать укладывается. Вот такие вот у нас дела. Космос хулиганит. Космос доминирует. Доминирует, чувак. Да, девочка новая, можно подоминировать над ней, да? Космос. Нельзя так делать. Нельзя. Можно просто поиграть. Да. Вот так. Шкодный.